Ого! Я почувствовал. Ура!
освободил меня. Кто это сделал? Я помню только боль и мою королеву. Она заточила меня здесь. Почему? Сигрун. Я должна покинуть тебя. Я должна найти ее, должна вспомнить. И правда, голова, виновна твоя королева. Да, когда я видел ее в последний раз, она была другой, изменившейся. И дело не только в физическом теле. Она была беспокойна. Я хотел поговорить об этом, но она лишь пришла попрощаться. Я не думал... Мне жаль, но мы ее найдем. Вряд ли она этого хочет. Я просто не пойму, зачем ей делать такое? Это ведь просто бред. Но если она это сделала... Ее придется остановить. Валькирии надо освободить, и только мы на это способны. Мы? Эй, я слежу, чтобы не ударили в спину. Ah!
Отец, нет!
Спасибо, я свободна. Но почему я была в заточении? Это все ваша королева. Но почему Сигрун решила помешать нам? Это мы и пытаемся узнать, госпожа. Не знаешь, почему она могла такое сделать? Нет. Без валькирий те, кто погиб в бою, не попадут в Вальхаллу. Души умерших заполонят Хельхейм, и море мстительных мертвецов затопит Мидгард. Для валькирии это величайший позор. Мне пора. Я должна попытаться все исправить. Прощай! Ответ, голова. Королева ненавидит Одина и заточила валькири, чтобы досадить ему. Сигрун ненавидела Одина, это правда. Но ее долг, обязанности, неужели она правда все бросила, чтобы ему отплатить? Не верю. А я верю. Ненависть сильнее долга. Надо найти королеву и остановить ее. Не жаль меня. Да, не жалей, парень. Сигрун сама виновата. Но я бы хотел... Впрочем, что толку в хотениях? Как ее найти? Я не знаю. Она может быть где угодно, в любом мире. Мы найдем ее. Должны. Судьба Мидгарда зависит от нас. Thank you.
Вперед! Yeah!
Давай, брат! За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Вперед! Ah!
держись! Брат. Yeah.
Бабка! Бабка! Выглядит.